Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Грации, Хариты. Три грации дочери Зевса, называемые Гесиодом Аглая Сияющая, Ефросина Благомыслящая, Италия Цветущая, олицетворяет доброе, радостное, вечно юное начало жизни. Грации часто сопровождают богиню любви Афродиту. Гораций изобразил их в своих одах. Их сплетенные фигуры были популярны в скульптуре и живописи с эллинских времен. Время от времени грации появляются на средневековых рисунках. Образы грации связывают с красотой и целомудрием, а их нагота символизирует чистоту и свободу от лжи. Прекрасных дев изображали Боттичелли и Рафаэль, Корреджо, Тинторетто и Рубенс. Вновь они появляются на поздних рисунках Пикассо. В быту Харит и грации призывали в возлияниях на Перу и на уроках философии, прося продать гармонию и тихое веселье этим событиям, а также при рождении и воспитании детей, и в особенности девочек, что известно из эллинистических романов 3-2 века до нашей эры. Флорентийские философы и гуманисты 15 века видели в них олицетворение трех фаз любви. Красота, возбуждающее желание, которое приводит к удовлетворению. Есть еще одна интерпретация – это целомудрие, красота и любовь. Вот так вкратце о грациях. Хариты. В древнегреческой мифологии три богини веселья и радости жизни, олицетворяющие изящество и привлекательность. Они соответствуют римским грациям. Пока-пока, до свидания.